Мне все сложнее заставить тебя улыбаться, зато легко вывести из себя. Мы все еще спим на одной кровати, мы просыпаемся, чтобы начать скандал. Ты говорила о том, что я злой, потом полчаса умилялась Сережей. Я вспомнил Париж, еще несколько слов. Ты бросила вилку и вышла в прихожую. Просто еще одна степень безумия. Смотреть твою спину все бесполезно. Ты развернулась, процедила сквозь зубы: мы больше никогда не будем вместе. Взгляд стал пунктирным, все очень просто. Дорога, бетон, раздавленный голубь. И сложно поверить, что ты серьезно. Длинные паузы, драматичные позы. Вернулся в квартиру, смятение, усталость, журчание труб, комната опустела, но в воздухе все еще ощущалось тепло твоего тела. На полке стоит разбившийся парусник, нет ничего страшнее, чем быть. Сломанные вещи все чаще выбрасывают, их не пытаются починить. Слушал, как капает вода, как дрожит холодильник. 21 час, 22. Стоял на балконе, стало противно. И не удастся спрятаться дома. Придется работать, ходить в магазин. Трагедия не в том, что все мы одиноки, а в том, что не можем. Звонил тебе 2 часа ночи и снова услышал, что нас больше нет. Чужие слова, совсем другой голос, слегка раздраженный, самоуверенный. Ладно, завтра уйду в работу или снова пройду на Only Forever. Но чувствую, что скоро вспомню. Мягкие волосы, упругое тело, горячий язык, прохладные ноги. Может быть, есть еще маленький шанс. Пытаюсь развеять предчувствие боли. Когда-нибудь все покидают нас. Нет сил закричать или расплакаться. Со временем станет невыносимо. Наверное, так после ампутации все еще действует анестезия.